Для строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, согласно приказу, должны были привлекаться лица 17 лет и старше. Но все взрослые мужчины уже воевали, поэтому строили укрепления старики, подростки и женщины. Жительница села Лач-Таяба Ельчевского района Ольга Межерова уже в 15 лет взяла в руки лопату. Брат Ольги Межеровой Петр ушел на войну в самом начале. Он и многие близкие не вернулись с поля боя. Мама постоянно плакала и успокоилась только, когда вернулся дядя. Строительница рубежей сегодня уже 90 лет. Вместе со взрослыми 14-летняя Ольга работала в поле. А в ноябре вместе с другими деревенскими девушками уже рубила лес в Алаторском районе. В лес ходили пешком, с собой брали котомку с хлебом да картошкой. Так как соль была недорогая, с собой ее не брали. Покупали в магазине, брали с собой хлеб, яблоки, крупу и муку. Утром на работу запрягали лошадь или быка, а обратно возвращались уже пешком. Ежедневно преодолевать большое расстояние было сложно, поэтому иногда оставались ночевать на месте. Спали там же, где работали. Я брала из дома легкое одеяло. Больше ничего не брала, иначе куда все уместить? На ногах были лапти, в них было удобно ходить. Бывало и плакали, приходилось терпеть голод. Трудное военное время Ольга Ивановна вспоминает до сих пор, как работала на колхозных полях, рубила лес, ремонтировала железную дорогу. От чувства постоянного голода спасали травяные лепешки и гнилой картофель, который выкапывали весной. Сейчас Ольга Межерова живет вместе с сыном и невесткой. Несмотря на возраст, не сидит без дела, разводит гусей. В свободное время часто смотрит фотоальбом, в котором сохранились фотографии братьев и одно из фронтовых писем. О том, что там написано, она выучила уже наизусть. Екатерина Шеверова, Алексей Зотиков, Георгий Кривошеин, Республика.